Юпитер со спутниками 5 июля 2020 года в Харькове в 2 часа ночи. Ну, в общем-то, сейчас нам Стеллариум обещал 2 часа 3 минуты пролет спутника Crew Dragon как раз возле Марса. Вот это Марс. Ну и нам осталось ждать пару минут. Не знаю, насколько он будет ярким, этот Crew Dragon. В общем-то, должен он появиться из этой части неба 202. Ну вот как раз где-то сейчас должен в освещаемое солнцем область попасть. Возникнуть из темноты. Так, это Марс. Так, ладно, посмотрим еще раз на Луну. А, вон, да, летит. Ладно, давай тогда наведемся на Марс. Вот это Марс у нас. А сейчас справа вверху в кадре появится этот Crew Dragon. Вот он. Ну не красота. Давай сейчас на него посмотрим. Все совпало. Молодцы. Стеллариум, молодцы. Ай. Тяжело уследить, конечно, при больших увеличениях. Дракон.
Да. Ладушки, возвращаемся к Марсу. Лишь бы его с фонарями Салтовского депо не перепутать. Угу. Вот это точно Марс. До него 118 миллионов километров. Сейчас будем смотреть. Если будет по экрану ползти, значит Марс. Если не будет, значит фонари Салтовского депо. Так, резкость попробую. Потом переключусь на другую светочувствительность. Ну, видно, что частично освещен солнцем. Сто восемнадцать миллионов километров. Будьте любезны. Так, из парада планет у нас теперь присутствует Марс. Одна штука. Переезжаем. Ну что, попробуем поймать. Ну, Луна и Юпитер видны просто великолепно. Теперь нам надо еще Сатурн поймать. Где он? Вот он. Видно Сатурн? Так, все, нашу Троицу поймать в кадр. Одномоментно получится. Наверное, получилось. Плохо я вижу на маленьком экране. Но будем считать. Пошли искать кольца Сатурна. Колечко, колечко, кольцо. До Сатурна, дальше всего. Один миллиард 350 миллионов километров. Ну, видны кольца. Довольно-таки засвечено, конечно, все, но видно, что это не Сомбреро по небу плывет, а наш любимый дорогой Сатурн, где Юпитер. Вон он, Юпитер. Поехали теперь к тебе. Даже не столько к тебе, при такой освещенности.
при таких настройках фотоаппарата по ОС мы не увидим на Юпитере, а увидим зато Галилеевы спутники. А, это же мы уже забыл, что пару часов назад снимал. Юпитер же поднимался, а теперь он опускается. И уже даже спутники в таком пикирующем. Варианте. Если тогда я снимал, это было горизонтально параллельно Земле, то теперь это пике. Зато лучше будет помещаться на экране по диагонали. Так, это у нас спутник Ганимед. Ветер, что ли, поднимается? Неприятно. Это у нас сам Юпитер. Дальше идет уже далеко от полши от Юпитера спутник Европа. Следом за ним спутник Ио. И сейчас покажется далеко-далеко в стороне Каллиста. 620 миллионов километров, по-моему, сейчас до Юпитера. То есть вдвое ближе, чем Сатурн. Но где Каллиста? Подождем, должен быть. Не мог он от поезда отстать. Очень интересно. А, вон, господи, еле видно его. Ну, все совпало. Вон он в уголочке. Все-таки слишком далеко Каллиста, не помещается они в один кадр. Ну, то есть вот помещается, только почти не видно. Уменьшил я чуть-чуть масштаб. То есть уменьшил увеличение. Это даже не тавтология, это абсурдология. О, да, вот они, все четыре спутника. И Юпитер, который, когда сердится, не прав. Ладушки, сейчас снимаем Луну. Ну да, видно, вон три. Сатурн. Вот Сатурн, Сатурн, вижу Сатурн. Вот Луна. Какое длиннющее видео получилось. Все у нас тут Крю Драгон и Марс. Да, в 3:33 утра можно будет снять еще как рядом с Венерой будет прилетать МКС, конечно, если облачность позволит. То есть через полтора часика. Сейчас я шмыгану. А, и Луна же тоже садится. Я все настраиваю, что она вверх будет лезть. Вниз она будет лезть. Так, значит, в 3 часа я тешу себя надеждой, что получится снять еще не спрятавшуюся за горизонт Луну. Юпитер, Сатурн, Марс. И Венеру. Вот это будет шикарнейший парад планет.
конечно, этот парад планет будет еще несколько дней, но в следующие дни уже Луна будет под Юпитером, под Сатурном. А так, чтобы они вот так дугой стали по небосводу, это единожды сегодняшней ночью произойдет. Ладушки. Сейчас еще сниму с другим освещением. Что у нас по времени? По времени у нас 2:17. Надо уже, кстати, торопиться.